Привет, народ! Мы в прикольном месте, которое вам обещали, называется Троу Три Кафе. И здесь должны быть прикольные обезьянки. Колобусы. Колобусов, кстати, много видов. И ступеньки тут такие нефигушные, главное не подлететь. Денежное дерево прямо в свободном этом. Мы тут разводим, понимаешь ли, дома. Все, а желаем вам денежное дерево. Кстати, вот есть сувенирчики. Но мы хотим здесь перекусить, потому что уже едем 4 часа. Thank you. И хотели бы показать обезьянок вам и самим обезьянок-то посмотреть. 5 видов есть. Ага, Наташа прочла уже в гугле, что колобусов 5 видов. Каких-то мы видели на Шри-Ланке, а здесь, наверное, какие-то на Занзибаре. Точно. А сейчас просто... Она хитрая, она там прошла, блин. Нам по ступенькам сама быстро оббежала наша гидесса. Ну, молодец. Тут тоже можно пройти. Прямо это можно... Ну, такие, честно, большие ступеньки. Hello. Вот ресторанчик. Нас уже передали другому гиду. Ну, я не знаю. Ага, наверное, с какими-то другими туристами мы пойдем вниз. И нам покажут этих обезьянок. Я пошла вот тут. I'm so sorry, but you have very good way. Да, я тоже, наверное, пойду так. Надеюсь, не подлечу на кроссовках. Но тут такие ступени, они кажутся небольшими, но мне по колену дают, честно. Они невысокие, но как-то неудобно. Ну, знаете же, да, когда проблемы с коленом, всегда... стрёмно идти вниз и больнее. А вот вверх как-то еще нормально. Ну вот, ступени. Ух, это что, водопад шумит? Красота. В общем, надеюсь, потом с вами покушаем, покажем вам меню. Мы хотим какой-то буквально сэндвич перекусить или рис какой-то, углеводы закинуть и поехать. Опять-таки, ехали 4 часа, и до Найроби нам 3 часа. Вообще у нас тема увидеть сейчас этих колобусов. Он хорошо продувается. Наверное, это и есть ресторан. Отлично. Так они и есть, по-моему, в ресторане эти ж обезьяны. А погоди. Наташа говорит, а зачем это все? Что это, Наташа? Это не выращивают форель. Ресторан же известен своей форелью, правильно? Нам же друзья говорили, что понятно. Ресторан известен форелью, очень вкусная рыба, очень классно сделано. А вот, наверное, это дерево, которое напоминает баньян такие. А сейчас, выйдет. Так давай это разберемся, а потом да. Давай это. Манки? Да, я хочу посмотреть сначала. А вы вонт... Манки, манки. Он говорит, сначала хотите обезьяны, не хотим. Ну да, как бы. Сначала зрелищ, потом хлеба. Ну идемте. Так приятно, все улыбаются. Я с камерой, никто не кричит. Вырубайте камеру, это не Эмираты. Джамбо. Это такая дружелюбная Кения. Да, мне кажется, вот по этому дереву, может, эти манки-то и лазят. Ох, ступени здесь. Я уже, по-моему, все калории сбросила, что мы на завтрак наели. Ух ты. Вот это вот не только форели, по-моему. Еще можно здесь и птицу попробовать. Классно, люди сидят, кушают. Еще приятно, не будем отвлекать. Все, идем. Вот на дереве оно, посмотри, это же мы на дереве находимся. Да. То есть ресторан сам на дереве, класс, да? Ступеньки там, ну, люди заморачиваются и придумывают классные фишечки. А что, мы сами пойдем? Нет, по обезьяне. Thank you. То есть нам уже третий гид уже, ну так передают из руки в руки. Женщина встречает, мужчина доводит до ресторана. И здесь должен быть третий гид. Но в роще мы будем оплатить одному, да? Куда у нас гроши? Куда у нас деньги? А, мужик с рогаткой, да. Давай, иди вперед, наверное, чтобы ты мою не снимала спин. Кто это? Это птички, да? Это птички? Мне кажется, это уже эти. Колобусы. А, они же безвредные, да, они же дружелюбные. Ну, все равно. Есть человек, нету человека. Они питаются цветами, травой. Это утки, кстати, кричат. Это уточки. Знаете, мы с вами по джунглям идем какими-то. Вот я когда... в Камбодже пошла в джунгли, там потерялась где-то. Потом, слава богу, меня гид нашел. Там шаг в сторону, и ты теряешься.
Вот примерно вот такое же. На Занзибаре шли, там прямо земля чавкала, вот это, оно как в болоте внутри. Да, в любом случае, во все страны, когда вы ездите в поездку, одевайте кроссовки. А мы такие шли, там как нас никто не сказал, ну что, прошли, конечно. Там такие были реально страшные джунгли. Ох, водопад. Какой водопад, всякие джунгли. Красота какая. Надеюсь, обезьян найдем сейчас. Ой, мне напоминает, как мы скалолазали в Найроби. Когда мы... Что? Над такой. Ай. Посмотри, я думаю, что это пахнет такое? Красивые цветы. Наталья всегда замечает цветы. Ой. Фу. Говорят наверху, я уже вижу обезьяны, ее попу, сейчас только я, как бы вам ее хорошо так показать. Хотела сказать снять обезьяну, не знаю, скорее всего зафиксировать на видео. Ой, какая она, боже! Она что на нас смотрит? Это вот колобусы. Знакомьтесь. И там кто-то еще лезет. Боже, прям не знаю. Мартышка какая-то, красота. Странно, он их зовет. Она летит прям. Они на нас смотрят, да, мы на них смотрим. Они, знаете, так прям в полете так летят. Что? Не, там он еще вверху вон одна сидит. Там их нормально. И вон еще, как вон еще, если вы так видите за ветками. А вон, боже, какие хвост. Вон малая еще лезет. О-о-о. Вот это место с колобусами. Просто они так раз смотрят, типа. А, у мальчика здесь он чем-то приманивает, хлебушком приманивает их. Не знаю. Но честно, он с рогаткой тут, и я бы как это не совсем верила. Давай, колобусики, давай. Малое совсем над нами. Ну это хвостяра просто. Давайте посмотрим. А ты такие сидит, такие... Ой, она писает. Она писает. Ах ты гаденыш такой. Прям пописал, но вот не попал. Вот сел прям, сидел так между мной и охранником. А еще такая у меня мысль такая возникла. А ну как сейчас дюрить начнут, ага. Он хочет, чтобы он сюда на этом был. Ой, малое бежит. Это знаешь, что это бежит? Кто дзюрил, кстати? Дзюрка? Да. Дзюрка бежит. Кто дзюрил, тот и бежит. Давай. Ой, будет смачно. На какого-то енота похож большого. А вон он. Так, я уже, наверное, отойду отсюда. А то сейчас они меня... Ух ты, два. Давай, кам. Кам? Да, серьезно? Да. Ну, пошли. Ну, ребят, только на голову не срать, пожалуйста. Так. Ой. Чтоб понимали, я иду по этому островочку, а... Ой. Вау. Надо мальчику будет чаевушку дать, конечно. Слушай, какие... А? Мария, привет. Джозеф. Джозеф и Мария. Боже, какие... Да, давай. Спасибо. Open hand. Джозеф и Мария, давайте. Бозя, он у меня взял. Он меня за лапочку держит. Какой хороший. Мария, давай. Мария, смотри. Опять Джозеф. Ну, Джозеф снова съел. Ну, Джозеф, на. Мария, на. Боже, какие у них лапки цепкие. Боже, класс. Наташа, иди пить, покорми, иди. Можно? Да. Где Джозеф? Джозеф ближний. Пусть Наташа покормит. Ага. А кто писал на меня, Джозеф? Я думала, Мария.
Скажи, лапочки у них такие. Они так берут цепко лапками, но не ранят. Лапки такие у них цепкие, интересные. Мария наелась такая. Ну, смотрите, какая красота. Мария, мальчик-охранник. Наташа кормит Джозефа. Класс. Ну, это такие моменты незабываемые, я вам скажу. Да, вообще, это просто... А зачем мы это тогда? Их отпиваем? Мария, Боже, так это тут мордочка. Как можно ее рогаткой вот пилить? Нема ничего, да? Боже, какой он приятный. Ну, вообще, все, честно, все. Вот погладить не решусь. Обезьянка может кусануть. Это Хайрекс. Где? Хайрекс, Хайрекс. В дупле Хайрекс. А, вот там где-то. А помните, у нас видео есть про Хайрексов? Где-то вот там Хайрекс. Наташ, ты туда лицо не засовывай-то. У меня такая прекрасная Мария. Здесь. Рогатку тянет. Он здоровый! Big Хайрекс! Хайрекс, Хайрекс! It's a cousin of elephant! Не, я лицо там не видно. Он там здоровый сидит. Не, ну я как бы верю, но я лицо свое засовывать не буду. Не, и там есть. Слушайте, я не вижу, но я ему верю, что там есть Хайрекс. Ладно, мужчина, я вам верю, Наташа сказала, что... А, вижу. Это что, кролик? Ого. А ну. Вам что-то видно? О, все, вам видно. Ох. Вау, thank you. Ой, Боже, Масик. Какой ты красивый. О, давай же лучше Мария мне на шляпу скинула. Подожди, давай сфоткай еще раз. Давай, давай, давай. Наталка меня фоткает. Сейчас он будет. Не, ну серьезно. Он еду положил. Еду положил мне на шляпу. Да. Смертельный номер на раскатке, лайки. Ой. Что-то я не вижу. Мария. Ты же не будешь меня это? Пить не будешь меня? А ну? А, класс. Ножки на голову положи, клипчик. Ой, она шепотет так. Ага, дурный. Сейчас Мария в меня вцепится. Не-не. Go close. Подойдите ближе. Так она шепотет. Я и Мария. В дупле еще и Хайрик. Вы знаете, как это стрёмно? Ой, Мария, давай. Блин, народ, это такая... А? А, шляпа. Блин, народ, ставьте лайки, было прикольно. Прикольно. 24 now? No. No. This year, big 24, Joseph, you finished 1 year. Maria, big 25, you finished 1 year. Because last year, December 24, and 25, the ball. Yeah. Они родились 24 декабря. В смысле? Год назад? One year ago? Yeah, last year, December. Last year. А, им годик, им только... А, еще годика нет. Yeah. А, вони, it's young. Ножку чешет. Де ти? Я тебе не бачу. А, вон ти. А, та ти це вообще малюки. А, он, смотри, Жожев сидит. А, це невідомо. Мама вон там, это мама и папа. Это он дразнит Хайрекса? А Хайрекс он Ливан? Хайрекс, он Ливан? Хайрекс. Хайрекс, он Ливан? Я, он Ливан? Я, В разных постелях сплять. Папа спит вот тут в дупле, а мама где-то за нами в дупле. С Хайрексом папа спит?
Нет, это Хайрикс папа. Я спросила, сколько их. Смотри, 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 что он делает. А, это он на голову себе положил хлеб. Джозеф, что ж ты не это? Мария сидит. А, ну что? Ну что, идем? Здорово. Да, боже, это так здорово. Это с ума сойти. Все удовольствие. Все, Мариечка, пока. Пока. Расти большой, будь здорова. Кудись мы ще йдемо. Тут треба, правда, перейти оцю таку штучку балансировать. О, 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 добре. Хто там ще? А, баба. Ось баба. Ви баба. Баба вон, о, смотри, смотри. Вон так. А how many years here? 16 years. 7? 16. 16? Yeah, 16 years? Now 16 years? Yeah, 16. Ему 16, мой сёт. Баба, ну я думаю, что там сидишь, а б тоже б не лезла, если б мне уже столько было. Ну, сейчас. А how many? А, мальчик этот? Вы тоже Джозеф? Да. Меня зовут Джозеф, я здесь 2001. Да, я здесь. Ага. У него работа здесь с 2001. Понятно. Он, конечно, всех их знает. Чарльз. Если он же ее прикормил. Здесь мама. Мама, вон. Мама. Вот это мама, да? Нет, мама вон. Где? Вон мама. А вот это мама. Они же Джозеф Джулия. Уже. Вот это мама. Джулия. Джулия мама. А вот это кто приходит? Это Джозеф. Уже. Джозеф. Да. Мама Джозеф. Бежит Джозеф. Мама Мария. А, мама Мария, другая мама женщина. Мария. Вон она. А вот мама. Так а я же тебе говорила вот на эту. Это мама Мария. Чарльз, four wife and three children. Four wife and three children. Yeah. У него 4 жены и 3 ребенка. А что так мало? Нормально. Ага, нормально. Как обеспечивает. Ага. А, он побежал к ней, да? Подожди, ну это Джозеф? Я где-то до. А, это Мария, наверное. Я уже их не. Ой. Так пахнет. А вот и за три. Don't know? А it's poison, no? Yeah, the poison. Poison? Yeah. Oh my god. А poison. Beef omelet. Бив омела. Бив, говяжья омела. Yeah. Значит, no cook. No cook, нельзя готовить. А сент, it's may, normal, or it's also poison? Ну я же говорю, что оно какое-то ядовитое. Потому что такое большое, красивое, не может быть не ядовитым. No, no it. Okay. А ну покажи, покажи. Просто не. А ну давай сюда, потому что здесь это солнце. А ну покажи сюда. Я понюхала, пахнет нормально, цветочный запах такой. Это семена такие, да, наверное? Цветков. Это фрукт, он сказал. Это фрукт? Сказал, но и не ешь ты. О, а этот свеженький. Вот это не так пахнет. Сейчас, сейчас. Ну дай сравню на руке. Ну цветы пахнут, это ну такой аромат. Да. Не, зеленью. Цветов. Вот это зеленое пахнет зеленью просто. Интересно. Да, все, дайте мне, да? Да, да, брось его. Брось. Ой, мурашка. А что это такое за вот река? It's natural? It's вот natural? Это? Yeah. С ума сойти. Багрич. Как? Багрич Лифа. Багрич? Багрич. Багрич. Багрич Лифа. А ну еще раз, репит. Багрич Лифа. Лифа. Багрич. Багрич-лиф. Наверное, но, немного понимаю, но надо посмотреть. Так, на слух я зараз не сприймаю. Ага. Ну шо, семья? Желаем вам шо? Доброго, да, лишатись. Бути здоровими. Доброго здоров'я, да. Много нежадних туристів. Да, бути ситими. Мальчик кормили, не рогатки йдуть. Да. Так що, до побачення вам. Здесь от Джулія спить, вона одною лапкою лівою тримається за гіляку. А право зависает. Она вот так вот расположилась на ветке и спит себе. Вот видите, лапка там сейчас. Ой, ой, потешные какие. Класс.